Братья и сестры, только что вышел со Останкино, с канала НТВ, где эфир был посвящен страшному чудовищному теракту в Крокус-Сити-Холле. Стоило мне сесть в машину, как водитель говорит: «Салам алейкум, брат, я тебя искренне благодарю за поддержку наших народов». Оказалось, что водитель таджик. Машаллах. Я специально не буду показывать его лицо и не буду называть его имя, чтобы на волне антимигрантской истерии, которая охватила сегодня некоторые круги россиян, чтобы ему что-то повредило. Но на самом деле здравая часть россиян понимает, что национальность здесь никакая ни при чем. На самом деле таджики — один из самых мужественных и героических народов. Они спасают огромное количество русских в разных городах, где они проживают в России, спасают в метро падающих на рельсы, спасают из горящих домов, спасают тонущих людей. Поэтому включаем голову и укрепляем братские отношения между нашими народами. Баракаллаху фикум.